У нас квартира жилая, со своей большой территорией, парковки, фитнесы. Все здесь, вот бассейн. До моря сюда минут так 20-25 метров пешком. Вид на горы, пожалуйста. Может, здесь мангал, маленькая кладовочка. Такая библиотека, ребят. Двухэтажная, плюс один, сделано все в самом. Вот лестница еще. Потолки очень. Вот это вот. Очень высокие. Ну это вот это как построено, так оно и осталось. Еще такая целая гардеробная комната. С своими кондиционерами. Здесь еще есть техничка помещения ночью. Мне тоже понравилось. Со своими санузлами. Сделано у них все тут объемно. Квартиры, потолки впечатляют, высокие. И первый этаж я покажу. Да, смотрим. Смотрим. Первый этаж, очень важно, отдельно большая кухня. Очень современный холодильничек. Здесь зал, там выход на балкон. Вот так вот объемно я вам покажу. Это входная дверь. Большая комната. Очень свежая, чистая квартира. Один санузел. Здесь большая комната спальня. Второй санузел. Ну, вот такие квартирки сегодня. 109 миллионов 500 тысяч турецких лир. Совсем много тоже. Ну, вот так вот само здание. И вот так вот общая такая. Бассейны, хамамы. 9 миллионов 500 тысяч лир.